Более 150 молодых и совсем юных спортсменов. И впервые не только из Москвы и Московской области, но еще из Санкт-Петербурга. Целый день веселой музыки, ярких и запоминающихся выступлений. В Московском училище Олимпийского резерва номер 1 Москомспорта прошло открытие сезона спортивной аэробики. Это московские соревнования, один из традиционных турниров, которые ежегодно проводятся в Москве. Таких у нас в календаре московском 3. Он является рейтинговым, то есть спортсмены, которые ездят на всероссийские соревнования, должны пройти и его, в том числе этот турнир. Несколько дисциплин. Индивидуальные выступления, выступления смешанных пар, трио и групп по 5 спортсменов. Вишенка на торте – яркие соревнования по танцевальной гимнастике, когда на гимнастическую платформу выходят целые команды – до 8 спортсменов и устраивают захватывающее спортивное шоу. Мы из Москвы! Кто самое главное в спортивной аэробике? Тянуть носки, ходить, улыбаться. На открытии сезона 2022 года представлены все возрасты. Самым маленьким участникам всего 6-7 лет, а кто-то уже 7 лет жизни посвятил аэробике. Я уже 7 лет как в аэробике. Мне нравится аэробика тем, что она очень красивая, плавная. Тут есть много интересных элементов и движений. Такие соревнования по спортивной аэробике проводятся в стенах Московского училища Олимпийского резерва номер 1 не впервые. Это уже стало хорошей традицией, и наши двери всегда открыты. Я сейчас говорю от лица Федерации спортивной аэробики в городе Москве и от лица Всероссийской Федерации спортивной аэробики проводим в стенах Московского училища Олимпийского резерва номер 1 не один старт. В том числе мы проводим и первенство, и чемпионат Москвы. Мы проводим здесь всероссийские соревнования. Всегда училище встречает нас тепло, всегда сотрудники к нам очень отзывчивые, всегда администрация рада, мне кажется, проведению наших турниров, но мы стараемся, чтобы зрителям и всем, кто приходит в гости посмотреть наши соревнования, понравилось, чтобы были яркие впечатления и чтобы запомнился наш вид спорта красочным, ярким и запоминающимся. У юных гимнасток все как у взрослых, и плюшевые зверушки в качестве талисманов, и амбиции тоже не детские. Хочешь мастером спорта стать по спортивной аэробике? Даже не то, что мастером спорта, а мастером спорта международного класса. Этот турнир – отбор на всероссийские соревнования. А еще выше – международный уровень. Есть куда стремиться. Наш вид спорта берет свое начало от оздоровительной аэробики, которая началась в конце 80-х годов. И потом она превратилась в такой замечательный красочный вид спорта, где вместе с рядом существуют элементы спортивной акробатики, спортивной гимнастики, много очень хореографии, специфичной хореографии, которая берет свое начало именно из фитнеса, который мы видели, наверное, где-то в 90-х годах, когда только зарождалась танцевальная аэробика. И вот это все постепенно модифицировалось и превратилось в такое прекрасное зрелище. Евгения Лукьянова, Игорь Кокурин, Московское училище Олимпийского резерва номер 1 Москомспорта.